Всем привет! Вы на канале «Жизнь в Турции». Меня зовут Юля. И я практически 17 лет живу в городе Кушадасы, но ни разу не была в этом отеле. Отель называется «Алтын Сарай», находится в районе Каденлар Денизы. Мне всегда нравились вот эти вот милые желтые домики с этими темными резными в турецком стиле балконами. И я никогда не заходила внутрь и всегда хотела посетить этот отель. И сейчас здесь открылся спа-центр. Я забронировала себе пакет услуг и, пользуясь этой возможностью, наконец-таки зайду в отель и посмотрю, как же он выглядит внутри. Я как чувствовала, что на территории этого отеля будет реально очень красиво. На самом деле это старинный особняк, который со временем реставрировали и открыли здесь небольшой бутик-отель. Отель находится, как я уже сказала, в районе Каденлара Дениза. Он весь утопает в зелени, и отсюда открываются потрясающие виды на заходящие и выходящие из порта корабли, а также на наше бескрайнее Эгейское море. В центре я купила целый пакет, впервые иду сюда, поэтому не знаю, как они предоставляют эту услугу. После того, как пройду все процедуры, обязательно расскажу свое мнение и вообще, сколько это все стоит. Ну что сказать, процедуры закончились. Я покупала полный пакет: хамам, сауна, скраб, пенный массаж и часовой массаж с маслом. Ну, я рекомендую это место. И я не знаю, может быть, повезло с девчонкой, которую делали, но часовой массаж с маслом — это, конечно, было обалденно. Цены. Полный пакет стоит 750 лир, если вы хотите просто хамам, сауну, пилинг и пенный массаж, стоит это 500 лир. Вместо пилинга и пенного массажа, если вы хотите массаж с маслом, это тоже стоит 500 лир. Но если вы берете полный пакет, делается скидка. Я заплатила 750 лир за все. На этом буду заканчивать свое видео. Как всегда говорю, остаемся на связи. Не забываем подписываться. Все, всем пока-пока. До встречи уже в моих новых видео. Еще раз напоминаю, отель «Алтын Сарай». Рекомендую. В хамаме мне здесь очень понравилось.